Очень красивый сегодня закат. Солнышко садится. Красиво.
Вау, какая красота! Солнышко прячется за горизонт. Последние лучи сегодняшнего дня. Спокойной ночи, солнышко. Здесь люди уже дом украшают на Хэллоуин. Смотрите, каких пауков понацепляли. Вон лестницы стоят, до сих пор еще это все украшают. Весь дом в тараканах, пауках. Ну и заодно уже сразу же, я смотрю, что они и к Новому году готовятся. Потому что у них уже и елки стоят в доме. Кладбище перед домом здесь сделали, вон, видите, памятники понаставляли. Американцы любят все вот эти вот прибамбасы. Мы прекрасно провели вечер, погуляли на нашей любимой набережной. А сейчас вот приехали домой. Сосед наш тоже, как вы видите, уже украсил свой дом на Хэллоуин. Выставил здесь вот таких вот скелетов. Видно вам?
солнышко давно-давно уже село. Где-то там выходит луна. Сегодня полнолуние. Наступает ночь. Самолеты на посадку один за один, за ним идут. Мама, передай друзьям привет. Если не забуду, буду рад. Помнишь, я любил встречать на свет. Здесь мне больше нравится закат. Не люблю хвастаться, но решил поделиться с вами. Как многие уже мои подписчики знают, у меня был недавно день рождения, месяц тому назад. И самый лучший подарок, который я себе сделал сам, это я себе приобрел акустическую систему. И новенький ресивер Yamaha и магнитофончик Pioneer 1982 года выпуска. Кстати, звучание обалденное. Сейчас слушаю, наслаждаюсь музыкой. Стереосистема просто обалденная. Когда включаешь на всю громкость, вот эти колонки начинают прыгать по полу и отползать от стенки. 150 ватт. Мощь. Кстати, колонки тоже нашел на Craigslist. Новенькие в упаковочке. 82 года выпуска. Лежали у человека просто в гараже. Запечатанные. Вы прекрасно знаете, что я люблю музыку, и у меня везде музыка. В машине, в доме, на бэк-ярде, в офисе. Так что как-то так наслаждаемся. Все подключил к телевизору, к магнитофону. Здесь в этом ресивере есть Bluetooth, тюнер, то есть радиоприемник, короткие длинные волны. Подключено к магнитофону, подключено к Blu-ray DVD-диску, подключено к видеомагнитофону, все настроено, все работает. Через усилитель выходит звук на колонки в стереорежиме. К этому ресиверу можно подключить еще три колонки, вернее две дополнительных. У меня сейчас подключена вот центральная, вот здесь вот субвуфер, две фронтовые, и можно установить еще сзади, еще здесь две, и будет Home Theater. Этот ресивер поддерживает систему Home Theater на 5 колонок. Со временем все сделаем. Так что как-то так.
наслаждаемся, балдеем. В офисе у меня стоят два рабочих шарпа здесь, один вот сверху, ну и третий шарп радиоприемничек. Все работает, все как положено. Я мог тебе рассказать, мне незачем лгать, видишь. А там за окном идет листопад. Чудо.